школьные годы я начала летать на парапланах. И вот тогда уже, когда я взлетела на этом сверхлегком летательном аппарате, и именно в тот момент я поняла, что да, авиация останется в моем сердце навсегда, и уже без нее я не вижу смысла. Вот именно в тот момент стать пилотом стал моей целью. Мне нравится это. Как может не нравиться такая махина? Это же большая птица. То, как это работает, это очень интересно. Я бросила себе вызов попробовать, смогу ли, и да, смогла. Мне это очень понравилось. Загрузка линия дан асырмаймыз. Линия дан асырмаймыз. Мен Air Astana әуе компаниясында Алматы қаласындағы Азаматтық авиация академиясын бітіріп, байқау бойынша орналастым. Мамандығым өзіме ұнайды. Сондықтан да мен әр жұмыс күнімді көтеріңкі көңіл күймен атқаруға тырысамын. Air Astana для меня это мой второй дом, моя семья. За 15 лет работы в авиакомпании я получила колоссальный опыт, который пригодится не только в работе, но и в жизни. Добрый день, Саламат, с Бакушки Риздер. Авиация окружает везде, среди друзей, знакомых, и муж вот у меня тоже пилот. Не бывает никогда одинаковых полетов, это всегда разные полеты, это всегда разные чувства, но чувство восторга, я думаю, в душе у каждого пилота при любом полете, при каждом взлете. Моя задача заключается в том, чтобы самолет был всегда технически исправен. Где бы он ни стоял, где бы он ни находился, я обязана проверить всю документацию, все материалы, чтобы самолет вылетел вовремя и без дефекта. Кайрлтан Ханамдармен Базавар, Air Astana авиакомпания Снушар, командир Женики Пашмышлера, Алматы Нур-Султан, Багдас Фурганшкан, Жилаушларын, Планышка и Харсалада. Мы на борту отвечаем за комфорт и безопасный полет пассажиров. Приятного аппетита. Безопасность полета – это наша первостепенная задача на борту. Это очень радует, что именно компания уделяет особое внимание безопасности, и ты знаешь, что ты соответствуешь именно этим критериям. Халықаралық әуе компанияда жұмыс істеу әлеуметтік жеңілдіктермен қолдану ғана үшін емес, сонымен қатар жеке тұлға ретінде және профессионалдық тұрғыдан өсу мүмкіндіктері бар. Сол үшін мен Air Astana-да жұмыс істеуді мақтан етемін.